Из-за кризиса одесские таксисты либо уходят с работы, либо многократно повышают тарифы. Это приводит к перебоям в работе многих одесских такси. Часто машины не приходят вовремя и приходится, как говорится, ловить фару. Но когда куда-то спешишь, и эта затея не всегда реализовывается удачно. От идеи путешествовать общественным транспортом я отказался почти сразу, когда из проезжающей мимо маршрутки выпала рессора. Как-то опасно. Под рукой оказалась визитка такси «Бонд». 5 минут, и машина подана. Добрый день. Где поедем? Помимо скорости подачи машины, также приятно удивила и цена поездки. Оказалось, несмотря на кризис, Бон держит свои тарифы на прежнем уровне. И более того, такси подчеркивает свою прозрачную систему расчетов. В отличие от конкурентов, разбивающих город на секторы и пользующихся плавной стоимостью, в Бонде цена зависит только от километража. Цена километра, и все, и поехали. Сколько наездили, столько по факту и уплатили. Как выяснилось, в такси «Бонд» существует большое количество отличительных особенностей. Благодаря инновационным технологиям каждый клиент будет доволен поездкой, так как она максимально персонализирована. Опять же, вы можете заказать свою любимую радиоволну. Если будете ехать, наслаждаться той музыкой, которую вы любите. Так же самое вы можете заказать себе либо микроавтобус, либо бизнес-класс. И к вам конкретно только эти машины будут приезжать. Руководство такси рассказало о том, за счет чего добивается такой скорости и качества работы. «Бонд» – единственное такси в Одессе, где взаимодействие пассажира и водителя, помимо людей, контролируется специальной программой. Благодаря оборудованию, которое мы выдаем водителям, мы можем наблюдать за ними в режиме реального времени. Что это нам дает? Мы видим, в каком состоянии находится водитель и где он в данный момент передвигается. В данном случае у нас на карте отображены водители, которые двигаются вместе с клиентами. Это зеленые шарики. Есть водители, которые были вынуждены перейти по разным причинам в режим отдыха, будь то выпить кофе или они заняты своими личными делами. Таким образом, мы видим, что этого водителя не стоит беспокоить заказом в автоматическом режиме. Подобным образом организовано такси в Израиле и США. Благодаря высоким технологиям поездки в Бонде полностью интерактивны и наглядны, что исключает возможность недобросовестного отношения водителей к своим обязанностям. Всеволод Ананев, Алексей Мараховский, Думская ТВ.